В понедельник Александр Лукашенко подписал указ о созыве 6-го Всебелорусского народного собрания. По планам, оно должно пройти в столице 11-12 февраля 2021-го. Право белоруса принимать участие в обсуждении вопросов, которые касаются государственной и общественной жизни страны, закреплено в Конституции. Важнейший форум пятилетия, но поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время, может, мы поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа в силу того момента, который страна переживает. Мы договорились, что проведем Всебелорусское народное собрание в первой половине февраля следующего года. 11-12 февраля, по-моему, да? Знаю, на сегодняшний день решен ряд организационных вопросов, созданы и приступили к работе республиканские и региональные оргкомитеты. Буквально с завтрашнего дня мы начинаем избрание делегатов. Еще раз хочу просто подчеркнуть, что это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Во вторник, 29 числа, началось выдвижение делегатов. На съезде их будет 2700 со всей страны. Представлять Бобруйск на народном вече будут 33 представителя. Такое решение принял городской совет депутатов. Все люди опытные, знающие проблемы изнутри. Вот здесь и кроется главная для них задача – найти решение особых вопросов. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и направление общественно-политического развития страны. Для обратной связи также начал свою работу сайт 6-го Всебелорусского народного собрания. Там же можно узнать и о времени работы, и адресах общественных приемных в каждой области или отправить свое предложение на интересующую тему и найти всю актуальную информацию. Максим Кимель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.